Приветствуем всех на канале интернет-магазин пряжи пряжа.су. Сегодня мы подготовили такой красивый узор. Это косички. Можно связать шапку, шарф, можно их вставить как украшение, можно сделать на манжеты, связать кардиган, джемпер, свитер. С лицевой гладью они красиво смотрятся. Лицевая сторона и изнаночная сторона. Вяжутся не очень просто. Давайте приступим. Это пряжа Alize Baby Wool в две нити. Можно вязать в одну нить. Ссылку оставляем внизу в описании под этим видео на наш интернет-магазин пряжа.су и также на пряжу Alize Baby Wool. Можете перейти, посмотреть полностью цветовую палитру, оформить заказ. Также оставляем ссылку на наш ассортимент. Давайте приступим. Первую петлю кромочную снимаем, следом петлю провязываем лицевой. Далее нам нужно их поменять местами и провязать петлю лицевой. Все. И таким образом у нас получаются косички. Одна петля лицевая, меняем ее местами с другой петлей и провязываем одну лицевую. Повторяем. Лицевая, поменяли местами, петля лицевая. Еще раз провяжем вместе. Лицевая, поменяли местами, одна лицевая. Провяжите так самостоятельно до конца ряда. У вас получится красивая декоративная косичка. Можно комбинировать ее с лицевой гладью, можно с резинкой. Лицевая, поменяли местами, петля лицевая. Подписывайтесь на наш канал, ставьте пальчик вверх, ставьте лайк. Это поможет продвижению нашего канала. Также ставьте колокольчик, вам будут приходить уведомления о новых выпусках. Посмотреть ассортимент нашего магазина можно по ссылке в инфобоксе под этим видео. Оставляем все ссылки на телеграм-канал, на сайт и на пряжу. Подписывайтесь и встретимся в следующем видео. До свидания.